Мой сосед Коля Гришенков был просто феномен, феномен в полном смысле этого слова в математике. И поэтому вот всех, кто с ним общался, дружил, не было никакой необходимости вообще математикой заниматься. Он за 20 минут решал 4 варианта контрольных. И для себя, и для того парня. В итоге у нас появилась узкая специализация. Я ему писал всегда сочинения, поэтому одно полушарие стало такое переразвито. А он делал нам математику.